день, так что приветствуем аплодисменты. Итак, мы продолжаем. Сейчас начинается второе отделение второго фестивального дня, седьмого фестиваля «Париж ДЭМ». У нас идут выступления в номинациях «Инструментальное творчество» и «Академический вокал». Позвольте представить вам членов нашего уважаемого жюри. Композитор и пианист, лауреат международных конкурсов, выпускник Московской консерватории имени Чайковского Александр Гаспаров. Преподаватель вокала в Парижской консерватории, режиссер-постановщик театральных постановок София Галицан. И председатель жюри, актриса, режиссер кино, продюсер музыкального сезона ассоциации «Ригош Мюзик» Алтынай Петрович Негош. Итак, мы продолжаем. И сейчас на эту сцену я приглашаю представителей города Минска в номинации «Инструментальное творчество», классика, фортепиано, малые формы, младшая возрастная группа. На эту сцену выйдут Данилова Елизавета и Труханович Валерия. Они исполнят два произведения. «Диабелли. Военный ронда», сочинение 150, номер 3, и «Синьяка. Галоп» из балета «Колючая роза». Давайте поприветствуем следующих участников. Thank you.
Thank you.